Писатель Феликс Кривин писал: «Любовь – это такое явление, которое укорачивает жизнь каждому человеку в отдельности и удлиняет ее человечеству в целом». Ой, наконец-то явился! Ты посмотри, который час? 2 часа ночи. Милый, не преувеличивай, без четверти 2. Так, а ну-ка дыхни. Не могу, я уже весь выдохся. Я и так чувствую запах перегара. Это у тебя лампочка перегорела. Ничего у меня не перегорело. Да-да. Ну-ка быстро рассказывай, где ты был? Милый, ты не поверишь. Меня вызывали в Кремль. Тебя? В Кремль? Да. Ой, с какой стати? Ты ж простой сантехник. Ну, правильно. В Кремле засорился правительственный аппарат. Я чинил. Ой, ну, допустим, ты чинил аппарат. Допустим. А почему у тебя на пиджаке рыжий волос? А, это Чубайс. Он мне инструменты подавал. Да? Да. А почему волос такой длинный? Действительно. А ты когда последний раз Чубайса видела? Знаешь, как он оброс? У него сейчас такой Чубайс. Ну, хорошо, ладно. А что было потом? А что потом? Сидим мы за столиком. За каким столиком? Ты меня не путай. Сидим мы с столиком. С Чубайсом. С столиком. Угу. Я ему говорю: послушай, Света. Какая Света? Ты меня не путай, как путана. Я Чубайсу говорю: послушай, Света, дай людям. Света, дай людям. Людям надо света. Понимаешь? Света, дай людям! А Светка ни в какую! Понимаешь? Вот. Так, а почему ты сразу не поехал домой? А почему я сразу не поехал? Вот почему? А шофер Чубайса сказал, что нас развезет. Так. Он был прав. Нас так развезло. Понятно. А женщин среди вас не было? Ну что ты? Ты же знаешь, я верность блюду. У нас в Кремле все верность блюдут. У нас в Кремле все такие блестящие люди. Так, понятно. А тогда почему у тебя из кармана лифчик торчит? Че ты ерунду говоришь? Ну посмотри, посмотри, из правого кармана, посмотри. Милый, ты не поверишь, это тебе подарок. От
кого? Вот она знает. От этой... Ну? От Маньки. От какой Маньки? Кинщицы. От Маньки кинщицы. Ну, мы не кинщицы. Иду я из Кремля, зашел в этот детский мир. Детский мир, да. Да, да, я понимаю. Смотрю, стоит Манька кинщица. Ну, я, ты же знаешь, да. Я щедрый, я сразу деньги в кассу. Сюда. Купил лифчик, вот тебе пришел. Ага. Дорогая, хватит вопросов. Последний ты знаешь, вопрос. Я очень устал. Устал, да? Прекратите да, вопросы, ну хорошо, давай. Хорошо, ладно. Почему у тебя синяк под глазом? У меня еще синяк под глазом. Угу. Милый, ты не поверишь, я спасал планету. От кого? От пришельцев. Иду я из Кремля с лифчиком. Никого не трогаю. Вдруг подлетает летающая тарелка. Выходит оттуда инопланетянин. Давай меня дубасить. Но я им тоже врезал. Получай, морда ментовская! Они меня посадили в тарелку и на Марс. Начали опыты надо мной ставить. Заставляли в трубку дышать. Хватит вопросов, я устал очень. Угу. Ну хорошо. Я вижу, как ты устал, дорогой мой. Последний вопрос. Почему на тебе женская блузка? Если скажу, отстанешь? Говори. Ладно, пора признаваться. Да. Милый, ты не поверишь. Я не такой, как все. Не такой, как все я. Какой это не такой? А вот такой. Я извращенец. И давно это у тебя? Да, с тех пор, как на тебе женился. Вот она знает. Я сразу полюбил женские блузочки, кофточки, туфельки. Обожаю все женские предметы. Где ты ее взял? В институте. Милый, ты не поверишь, я сегодня поступил в институт. Какой институт? Склифосовского. Очнулся в морге. Как ты туда попал? Инопланетяне память стерли. Сыро, холодно, я голый в одних носках. Люди спят. Темно, я кричу, есть тут кто живой? Что, все поумирали, что ли? Пошел по коридору, смотрю, в комнате свет горит, санитары футбол смотрят, орут. Я говорю, ребята, вы так орете, что мертвого разбудите. Их как ветром сдуло. Одна санитарочка не успела, она в обморок упала. Ну, я с нее блузочку снял. Ну, не идти же к тебе в одних носках. Ну, вот, ой, ну ладно, все, хорошо. Слушай. Конечно, хорошо. Слушай, жмурик-извращенец. Да-да. На сегодня я тебя прощаю. Да-да. А вот завтра, чтобы пулей после работы домой. Но это уж как получится. Меня завтра вызвали в Государственную Думу. Депутатов прорвало. Они же там воду льют, у них все там надо прочистить.
промыть и, главное, прокладки поставить. Милые, на таких, как я, земля держится, это точно!